Распиливание человека, наверное, самая знаменитая легендарная иллюзия. Именно на этот фокус идут зрители, когда приходят посмотреть представление иллюзионистов. В этом фокусе задается интересный вопрос, как восстановить разрезанный предмет? Но успех уже зависит не от куска веревки, а от использования человека и от зрительской реакции. Неужели вы не можете восстановить человека? Вы обязаны собрать этого человека в одно целое. И, конечно, необыкновенная история этой великой иллюзии включает в себя нашумевший скандал с запатентованным изобретением, судебные тяжбы, прибыль в несколько миллионов долларов. Но давайте... К концу 30-х годов битва была проиграна. С тех пор фокусники могли беспрепятственно включать легендарную иллюзию в свою программу.